Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 4 мая. Кто-то пошел на работу, кто-то отдыхает. Мы отдыхаем. Иджика взяли к себе. Егор на работу уехал. Деля, пойдем. У Дели лапка заживает, потихоньку, но заживает. Так она не хромает, потому что разрез такой высоко. Обрабатываем, заматываем. Глубокий порез, такой острый, ровный, как будто то ли лезвием, то ли шипом каким-то. И рана получилась довольно такая глубокая, такой карман, но ничего не задето, просто как вот шкура получается. Вот. Но швы наложили, потому что все равно рана глубокая. Все будет хорошо уже. Отсыхает она, так затягивается. Все, пойдем. Пойдем гулять. У нас сейчас 8 утра. Погода хорошая. Вчера был дождь утром, до обеда лил. Прям такой хороший дождь. Сегодня влажно в лесу. Но уже денек такой теплый становится. Чувствуется уже с утра, что день будет даже жаркий. Сейчас как все начнет зеленеть, расцветать. Очень красиво. Иджи стал хромать на другую лапу, не которая повреждена. Непонятно. Посмотрела, ничего нет, ни ранки, ничего. Непонятно, почему хромает. Может быть, немножко прыгал и ее так повредил. Как-то упал. В общем, носится, как угорелые. Травмируются. Ну, пошла, пошли. Вышли второй раз на прогулку. День 12:30. Уже жарко. Ненадолго. Деляй, да. Пойдем, пойдем, пойдем гулять. Пойдем. Деля. Еще одна береза сломанная. Ну-ка, давайте-ка отсюда. Береза сломанная, видите? Сейчас как грохнется. Идем, идем. Вот надо, чтобы следили за этими деревьями. Тут вообще детей очень много гуляет. На водопой. Пока еще спасительное место у нас тут есть.
И Джен, вылази, или кот пошел? Ух ты, какая оса, да, Дели? Ух, какая оса. Что, сюда сесть решила? Тут же мокро. Хотя... Высыхает уже. Уменьшается прудик. Джину надо березы вытащить. Дели пошлепал, пошлепал. Дели, не трогай рану. Охлаждаются, холода. Зелененькое все становится. Ну что? И... Пойдемте, Дель, Иджин. Нравится там. Айда, выходи. Пойдем. Деля, Иджина, айда. Ой, ты уж. Деля, не трогай свою лапу. Я дома перебинтую. Идем. Молодец. Хорошо. Деля, айда. Айда, айда. Все нормально тебе? Довольны? Давай, давай, кукулька. Выползай. Ну, молодец. Молодец, тоже зашла. До середины. Похромала. Сегодня наступил, прыгал, скакал, как обычно. Самое главное, не та нога, которая оперирована. Это просто эти вот так зашибли. Чуть-чуть подверну. Просто не может спокойно бегать, не может. Уж если бегать, так с прыжками. С кувырками.